покажу сегодня два своих микрофона. Вот один самодельный, ну и второй немножко доделанный, досовершенствованный. Справа вот видно немного, это BM800, а слева вот такой самодельный мой. Смотрите, как я его сделал сейчас быстренько. Такой корпус поставил сразу же, чтобы он у меня устойчиво стоял. Взял блок, который раньше служил то ли питанием, короче, вот такой. И сюда вставляется вот такой, такая батарейка на 3,7 вольта, на 4 вольта аккумулятор. Этого аккумулятора хватит мне приблизительно на месяц беспрерывной работы, если полностью заряжен. Потому что ток, его потребление, по-моему, 2 миллиампера всего лишь. Или 1 даже, или 0,5 миллиампера. Короче, ничтожный ток. Смотрите дальше. Вот сюда эту платку поставил. Да. Я телефоном снимаю, это не особо удобно. Видите, куда я ее поставил? На клей посадил, подсоединил сразу. И здесь же рядышком есть вот штекер питания. В случае чего можно зарядить. Ставил сюда на стандартное, это самое, то я просто откусил, мне дополнительно мерил. Вставить сюда. И можно его заряжать. Так, и здесь такой маленький поролоновый чехол, типа поп, чтобы он не покал ничем. Я все потом сейчас покажу, как он, какой его добился качество. Вот эта платка. Еще раз показываю. Видите, какая малюсенькая. Она стоит там около доллара. Полдоллара, наверное, 60 центов всего лишь. Очень удобно. Так, это я показал. Сейчас покажу сам микрофон BM800. Я его купил за 15 долларов, но я его доработал. Так, этот я приберу подальше. Доработал, пустил сюда фантомное питание. Питание я никакого там не покупал. Сделал, у меня был блок 12-вольтовый, 19, но 12 мне что-то не попался. Обыкновенно 19-вольтовый блок, нормально от этого самого, от компьютера старый, некуда было его деть. Я сейчас быстро покажу, как он устроен, как, что я здесь такого сделал внутри, а потом все, я отстегиваю его отсюда, вынимаю с паука. А, кстати, поставил такую, видите, подставку, кусок железяки нашел. Здесь, по-моему, десятка, чтобы она ворачивалась. Она устойчиво, хорошо стоит. Все равно его там не совать куда-то. Не нужны мне эти специальные приспособления, подставки. Короче, я убираю. И вот как я его быстро покажу, переделаю. Он стандартный. Это тоже можно снять. Как он здесь устроен, видите, да? Что я в нем переделал, что я в нем сделал другого. Здесь третий отпаял, вот три, которые сюда я просто подписал их, третий вывод, я его вообще никуда не задействовал. Первый подсоединил на корпус, на массу, а второй через конденсатор 10 микрофарад, там есть по схеме. И туда же на двоечку провел третий вывод, потому что третий, который был, я отпаял здесь в кабеле, вот в этом, и подвел туда фантомное питание, плюс 19 вольт. А минус тоже здесь идет, ну, корпус, как обычно, на минус, все. Вот такая всего лишь переделка. Вот этот резистор, который там видно, хорошо поставил, он у меня на 5,6 килоома. Маленький резисторчик какой-то. Вся переделка здесь, больше ничего. Так, я его опять собираю быстро. Я сейчас покажу. Покажу его дальше весь в работе. Все. Поставил. Здесь видно, где капсюль. Так, мы его сюда вставляем опять в паук. И дальше я покажу, какое будет качество. Телефоном, говорю, снимаю. Звук, конечно же, будет тут. Телефон некачественный, шумы, всякая фигня пролазить будет. И я не делаю так, как все эти обзоры там какие-то шикарные, там мути всякой. Мне не нравится, они торопятся, куда-то гонят. Ничего толком мне не увидишь, не показывают. Поэтому я сам все это сделал, буквально он сел 5 секунд, переделал этот микрофон. Ну и дальше что? Все, я его сюда вставил. Так, вот так он выглядит. Так выглядит
полностью микрофон. Вот тот, я говорю, выглядит вон так. Если он стоит, мне как раз удобно, он и все. Если здесь нужно с этого микрофона, я им часто бывало пользуюсь, батарейку вот так вытащил, все, он обесточен. Но если даже забудешь его, то все равно надо почти месяц ждать, чтобы он высадил аккумулятор этот. Представляете, как он мало тока берет. Поэтому ничего страшного, если там он постоит. И тем более поставил зарядное, говорю, еще раз, любое это самое от телефона сюда зарядил, не вынимает даже ничего. Так, дальше я покажу все на компьютере. И оцените качество. Дальше вот показываю, что нужно сделать. Я сейчас подключил маленький самодельный микрофончик. И сразу надо сюда было войти в систему, в звук. И здесь в этих самых свойствах, свойства устройства, выставить, например, усиление микрофона по нулям, видите. А здесь я дал миг, ин, там шатарер, панель, ну 96, почти полный. Вот такой уровень. Дальше я сюда захожу в OBS, потому что я через помощь OBS пишу. Вот зашел в программу OBS и показываю, какой уровень. Вот этот уровень, видите, какой летает. Сейчас я покажу, какой уровень шума. Я говорю, где-то сантиметров 30 от этого микрофона. Везде все выставлено по нулям. Показываю вот фильтры. В фильтрах, видите, шумоподавление выставил 0. Никакого шумоподавления. Усиление тоже по нулям. Я думаю, сейчас тут видно будет. Вот усиление по нулям. Шумоподавление по нулям. Молчу. Вот полностью тишина, как он, какие у него присутствуют собственные шумы. Но усиление очень большое, сильно. Видите, на красный сектор залазит очень громко. Так, помолчу. Ну, на улице и, собственно, шумит сам компьютер. Слышно, что компьютер шумит. Но здесь распространяется же не кардиоидная направленность, а во все стороны. Там, где где-то на улице малейшие шумы, все улавливает, даже дыхание. Я почти шепотом говорю. На расстоянии 30 сантиметров. Говорю ближе сантиметров сейчас. Вот сейчас говорю 10 сантиметров приблизительно от микрофона. Сейчас я говорю на расстоянии метра где-то. Метр вот вообще далеко отошел. Сейчас, как обычно, говорю 30 сантиметров от микрофона. Так, вот так он выглядит. Сейчас я быстренько сделаю, переставлю на другой микрофон, уже на BM800, чтобы я вам показал, как звучит BM800. Но здесь единственная чувствительность у него меньше. С этим фантомным питанием, которое у меня получилось 18, 19 вольт, кстати, там я смотрел, что 48 вольт, что 19. Что 12 вольт, никакой разницы практически нету. Ни по шумам, ни по чем. А, кстати, поставил, когда с блока питания подойдешь 19 вольт, стоит три конденсатора. Называется и резисторный такой делитель тоже. С одной емкости 3300, вторая емкость у меня 1000 микрофарадная 50 вольт, и третья емкость также 1000 микрофарадная 50 вольт. Первый резистор у меня, по-моему, 330 Ом, второй 100 Ом. И уже отсюда такая фильтрация происходит. Но все разбираются, как это я сделал. Оттуда уже идет питание, практически никакого фона нету. Ну, в смысле, сетевого или чего-нибудь. И при этом самодельно я уже показывал, не экранировал, нет ничего. Но кабель тоже хороший, экранированный. Это на разъем 3,5 там, миллиметра. Вот, сейчас я быстро переставлю на другой, на этот микрофон. Все одним файлом делаем. Сейчас я переставил на микрофон BM800. Но здесь что нужно сделать сразу же? Так, что здесь нужно сделать? Я выставляю его обратно, убираю. Здесь опять, когда в свойства входите, нужно уровни другие поставить. Я уже здесь ставил, потому что он довольно тихо говорит.
Видите, на этих уровнях пришлось мне усиление микрофона буквально вот сделать 20 плюс 20 децибел. Это все здесь составил. Поставил ОК. Опять то же самое. Я в ОБС выставлял. И смотрите, какой уровень. Сейчас я разговариваю на... Так, я сейчас его поставлю удобнее. Так, я разговариваю на расстоянии 20 сантиметров. И посмотрите, какие шумы. Насколько отличается уровень шума. Видите, полностью на нулях. То есть BM800 по шумоподавлению намного лучше работает, чем вот самодельный, конечно же. Ну, то ж малейшие шумы какие-то, где-то я случайно тут шевельнусь, тогда только дергается на зеленом секторе. Я говорю сейчас шепотом. Вот я сейчас шепотом, видите? Говорю, какой уровень сигнала. Достаточно хороший. Не стоит там где-то отходить. Если я буду вот это нормальным голосом говорю на расстоянии приблизительно 30 сантиметров от микрофона, то есть до красного сектора он доходит, это достаточно громкости. Но здесь мне что нравится? Шумы. Шумы очень-очень низкие. Только, наверное, где-то там шумит этот самый вентилятор от компьютера. Так, я помолчу. Вот такой уровень шума. Я совершенно негромко говорю. В полголоса. Сейчас чуть ближе. Сейчас я разговариваю на расстоянии приблизительно 10 сантиметров. Если там что-то заметно слышно. Так что для начинающего блогера, я думаю, вот этот микрофон BM800 лучше всего. Потому что раньше я вот говорил на этот самодельный. Он тоже был хорош. У него дикое усиление. В крайнем случае, можно где-то там, если не требуется очень высокое качество, то можно им пользоваться. То есть довольно терпимые получились микрофоны. Вот что я хотел сказать. По этому поводу. Никаких настроек, никаких программ обработки я не использую никогда, ничего. Главное добиться более-менее подходящего качества. Этот микрофон 15 баксов стоит. И ничего сложного тут нет. Ничего я не докупал, еще раз повторяю, никаких питаний. Только вон от компьютера старый блок подсоединил, да и все. И работает он с таким уровнем. Я думаю, он вам в таком виде понравился. Всего доброго.